Караганде 4 года колонии получил инструктор роп-джампинга. Суд признал его виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Напомню, трагедия произошла в октябре прошлого года. Жительница Шахтинска получила смертельные травмы во время прыжка с крыши карагандинской гостиницы и скончалась в больнице. Оказалось, не были закреплены тросы, обеспечивающие безопасное приземление. На скамье подсудимых оказался инструктор, который находился перед прыжком рядом с погибшей. Он получил минимальный срок по этой статье. Иск о моральном ущербе суд удовлетворил частично. Матери и супругу погибшей осужденный выплатит 6 миллионов тенге. Учитывая поведение личность подсудимого, то есть ранее он не был привлечен к уголовной ответственности. После несчастного случая он поехал, переживал, сопровождал потерпевшего. На скорой помощи он везил в больницу. Это неосторожно, неумышленное, по истечению обстоятельств назначает наказание минимальное, в пределах минимального. То есть если статья усматривает от 4 до 8 лет, то назначает 4 года лишения свободы.